Так, Макс, привет. Сегодня у нас были два шейвера. Это FX1 и FX2. Покажи, как они выглядят. FX2. FX1 считается это дорожным, маленьким. А FX2 считается уже для потока, для работы. У тебя было очень много шейверов. Это вот у тебя было Валь, Андис, Мозер маленький и Валь маленький, который дорожный. У тебя все линейки уже были, все возможно. Вот эти новенькие сегодня ты попробовал. Что ты можешь про них сказать? Что могу сказать? Давай поговорим про малыша и сравним их с Мозером дешевым за 450 и Валем за 600. Сравнение. Когда не сравнивают с дешевым Мозером, хоть он и дорожный тоже. Да. А в чем его фишка? Чем он отличается от FX2? Тем, что здесь встроенная батарея идет в FX2, да. Две сетки идет. Частота, я думаю, та же, по-моему. Здесь идет одна сетка и идет встроенные батарейки. Пальчиковые батарейки, да, в комплекте они идут. Я думаю, это можно решить путем купить аккумуляторные батарейки, пользоваться им тоже профессионально. Я понял. Покажи сеточки, сколько головок идет там и сколько головок здесь там идет. Здесь одна головка идет, это в дорожном, я уже показывал. Да. Нет, ты его снял? Ты показывал? Кнопочку надо нажать. Да. Вот две головки идут. И там... Да. А здесь идет одни, нажимай кнопочку. Новый, не разработанный. Вот. Ну и тем уже поработал. Да, да. Расскажи, кстати, если будем сравнивать FX1 малыша, будем сравнивать с другими, что ты скажешь насчет него? Ну, они отличаются в том, что... Ну, дорожный, это дорожная бритва, просто-напросто, да, которая подходит легко для работы, для стрижек. Да, это как вспомогательное. Денег, можно взять этот, не вспомогательный. Он ничем не уступает этому, вообще ничем. Кроме батареи, здесь встроена батарея, кто не хочет париться насчет батареек, либо аккумуляторов, доставать их, вставлять, менять, заряжать. Ты просто поставил в базу, все, зарядился. Кстати, это, по-моему, 3 часа работает, да? 3 часа работает и 3 часа заряжается. Сам расскажи, вот у тебя на сегодняшний день ты пользуешься Валь, если сравнить с большим FX2, намного легче. Да. Гораздо легче Валь. FX он идет просто в металлическом корпусе, да, с металлической крышкой. Угу. Ну, по дизайну мы... Красивый. По дизайну мне всегда нравились Бевелисы. Красивый. Они умеют. Как всегда. Да, умеют, это точно. Даже дорожные обычные, но он выглядит богато. Да, если сравниваем с дешевым, который за 450 и 600 гривен, дорожными, они даже не взлетают. Потом, по-моему, идет просто вкуль и все. Да. Без всяких там микросхем, без ничего. Без ничего, да. А здесь уже есть какая-то схема, которая проверяет, ему надо подумать, включаем. Секунду думать и потом, работать. Ну это все новые машинки и триммеры, которые пошли, именно так же работают. Потом, в комплектации, что идет у нас у Валь, скажи? Коробка, сетка, зарядка. Ну сетка уже одета, она, да. Здесь у нас у FX2 в комплекте идет зарядное устройство, сопроводительная документация и щеточка. То же самое. Да, стандарт. А здесь у нас идет у малыша у FX1 две батарейки, щеточка и в чем транспортировать, и сопроводительная документация. Сеточки. Давай поговорим про сеточки.
Да. Вот, если мы возьмем FX2, это большое. Цена составляет 2900 гривен. Ну хорошо. Меня интересует цена сеточек. Здесь просто сеточка, по-моему, стоит в районе 600 гривен. 700 гривен сеточка. 700 гривен. С ножом дороже. 900. Да. С ножом дороже. Если мы возьмем FX2, это большое. Его цена шевера составляет 900 гривен. А сеточку, если вы хотите отдельно приобрести, 600 гривен, 560 гривен. Но плюс заключается в том, что ты приобретаешь ножевой блок и сеточку одновременно за 560 гривен. Да. У малыша, который FX1 идет, ты приобретаешь на ножевой блок и сеточку за 310 гривен. На экране я все выведу. Малыша цена составляет 1090 гривен. И у нас есть функция «Нашли дешевле, скидывай десятку, мы сделаем еще дешевле». Вот так вот. Так, что я думаю по этому поводу? Покажи, я покажу, что ты ее полностью разобрал. Сетка аналогичная. Аналогичная и по длине, но по ширине она немножко толще. Покажи. Немножко толще. Да. Чем мне он не нравится? То, что здесь, чтобы вытащить, снять нож, нужно вытащить вот этот вот гвоздик с ножа. Угу. Как бы обрабатывать инструмент обязательно нужно, тем более такие вещи, как бритва. Угу. Чем мне нравится валь? Тем, что быстросъемная сетка и легкосъемный нож, который мы кинули в раствор. Ты его просто провернул, кинули, да? Кинули в раствор, да. Он обработался. Нужно делать после, каждой стрижки. Угу. Даже не обмывали. Сколько тебе сеточка хватает, кстати? Месяц. Вот это поворот! Месяц хватает, да? Ну не забываем, что у Макса каждый день запись.